Итак, всем привет! Сегодня у нас 9 апреля 2016 года. Сейчас я буду производить пикировку табака. Так, это у нас сорт номер 14. Это у нас сорт Иммуны 580. Послал мне его Константин из Белгорода. Кстати, Константин, это благодарил за семена. Попробовал твой табак, очень вкусный, ароматный. Спасибо за семена кукурузы и за это, как его, за клей для сигар. Очень попробовал. Вообще, вот классный камень абрикосовый. Я и сливу делал из вишни, но у нас это не такое, короче. Ты же южнее меня на 1000 километров. Очень хороший клей. Значит, что, берем школку. Обязательно я уже пролил, то есть, ее. Так, можно ложечкой. Вот ложка у меня, вот палочка у меня. Берем, раз, и разъединяем. Так. Берем за листочек. Вот корневая система. Берем стаканчик. Раз. Пролитый, то есть, почва. И прижимаем. Делаю по 2 корня на растение. Берем дальше. Раз. И сажаем. Главное не заглубить точку роста. Маленько вытянулось. Маленько заглубляет. Поглубже. Вот. Один есть. И пошел дальше. Вот у меня стаканчики. Я уже их использую где-то, может, лет 5. Вот номера все стер растворителем. Все чистые, как новые. Земля у меня вот своя. На торфянике запасаю, на карьере. Очень плодородная. Там очень перегнула, лиха растет. Она землю, то есть, насыщает азотом хорошо. Берем, наполняем чуть-чуть до конца. Прижимаем. Прижимаем. И проливаем. Можно пальцем, можно этим, как его, палочкой отверстие делать. И вот так вот ставим. Потом обязательно от номер писать сорта, чтобы знать, когда усаживать в открытый грунт. И поехали дальше. О, растишка. Так. Оп, и есть. Вот. Второй корень. Я вам пальцем. Пальцем как-то это, чувствительный. Чувствительный работать. О! 4 растения есть. И дальше пошел. Хлоп! И проливать не надо где-то, может, дня 3. Пускай укореняется, беспокоить их не надо. Хлоп. Раз. Один дом я уже забил, в принципе, рассадой. Но у меня еще есть дом. Там надо полокна делать тоже. Там, тут у меня 5 окошек, и там 5 окошек. Все забью. Еще капусту сеять, вон, цветы надо сеять. Там арбузы, дыни надо сеять. Огурцы надо сеять. Делов полно. Убираем покрупнее растения. Раз. Он какой хороший. Благодарю Константина за семена. У нас очень коллектив дружный. Помогаем друг другу. Делимся опытом, обмениваемся. Делимся впечатлениями, там, вкусами. Подсказываем друг друга. Мы тоже когда-то начинали с нуля. Нам тоже люди помогали. Большой привет передаю Земе. Привет. Что-то видео у тебя давно не выходит. Жду не дождусь. Интересно посмотреть. Семена у тебя очень хорошие, очень качественные. Ты мне тоже прислала в том году. И потом тоже очень благодарен. Все у тебя так сделано, прям грамотно. С таким подходом серьезным. Кто не хочет выращивать табак, не хочет ничего делать, либо пускай покупают за хорошую цену и мозги не делают.
Хотят халяву, блин. Народ у нас такой веселый. Люди, он приходит, угостит табаком. Я говорю, да пожалуйста, что мне жалко, я человек-то безотказной. Раз угостишь, два угостишь. Я говорю, давай семян там посадишь там. Табак, он очень урожайный, говорю. Это не махорка. Да ну, я не могу, у меня там это болит, все болит. Да зачем? Когда у нас такой дурак есть, да? Я говорю, ну посади хоть кустов десяток, вожжи хватит. Укуришься, блин. Тем более свой будет, своим трудом жить. Вообще все приятно своим трудом. Я-то не понимаю, как люди сигареты курят. Вот кто закурит, допустим, сигареты, я вообще прям аромат не переношу, запах сигарет. Такой прям едкий, прям мерзкий такой прям запах. Знал бы я раньше, блин, давно бы выращивал. Махорку-то где-то, может, лет 7 выращиваю. Тут у меня местный тоже семена давал махорки. Ну, про табак никто здесь ничего не знал и не знали. Зиму, как говорит, раньше не было доступа семян у простых крестьян. Границы были закрыты. Была только у предков махорка там, различных сортов. И вот. Я тут завез семена, первооткрыватель табака. Мне говорят, что это такие за пальмы, блин. Даже агроному говорят, что это за растение. Я говорю, табак, который вот как на Кубе растет, в Краснодаре, в Крыму. Говорю, южные сорта. Можно сигары крутить, сигарилы делать. Есть там трубочные табаки, там сигаретные там. Такие дела вот. И пошел вот так вот. Торопиться нам некуда. Можно включить что-нибудь там полезное, слушать там своих там соратников, единомышленников. Можно просто музыку включить там послушать. Вот таким вот ходом конем. В этом году у меня 25 сортов. Ну, есть там выпадок, может, сортов 5, но это не критично. Это хрень. Попробуем новые сорта. Попробуйте вот табачок, вот кто в Краснодаре живет, в Крыму. Там климат-то такой морской. Там теплее, земля другая, почва. Просто на дегустацию. Как у них табак растет. Какой вкус. Потому что вот один и тот же сорт на разной почве может себя зарекомендовать по-разному. Ну я доволен, у меня вот хороший вкусный табак растет. Хоть у нас здесь и не юг, средняя полоса. Ну хороший, а махорка вообще сказка. Мне вот ближе по душе махорка, конечно. Табак как-то он это, тоже на любителя, и махорка на любителя. Вот у меня бутылка сделала, вот прямо из ручки, он и шариковый. Проплавил он, заклеил он клеем. Супер моментом, его удобно поливать. Типа такая груша, только большая. А то грушу очень часто наливать надо, и это... Время много уходит. И вот потихоньку. Скоро что, закаливать ее, к ультрафиолету приучать рассаду, к солнцу. И ждать тепла, то есть. И высаживать в открытый грунт. Ну, конечно, еще на урожай можно не рассчитывать. Может быть и это, и заморозок, может быть и град, и еще чего-то. Всякие катаклизмы природные могут произойти. Ну не знаю, пока вроде прокатывают уже. Вот 5-й год табак вот выращиваю. Первые семена, я помню, получил в 2012 году от земляка из Нижнего Новгорода. И еще мне прислал там один человек с одного сайта. 2 сорта. Был у меня 1-й год 6 сортов. Потом у меня было, наверное, сортов 12. Потом, наверное, стало 30. Потом стало 50 с лишним. А сейчас уже за сотню, наверное, сортов. И махорок, наверное, сортов 20 с лишним. Интересно, конечно. У каждого табака свой вкус, своя нота. У кого-то шоколадный, у кого-то кофейный там. У кого-то там, не знаю, там, фруктовый какая-то, там, черносливом, там, медовая. Да, когда все это плохо, то мы это, как сказать, сильнее становимся во всем.
Надо еще все дороже делать, и вообще люди тогда будут быстрее пробуждаться и все выращивать. И будут здоровее и сильнее. Вот так вот, набил. Сейчас я руки сполосну. Опа. И буду дальше пикировать. Ладно, всем спасибо за внимание. Всем до свидания, пока. Пишите, оставляйте свои комментарии. Спишемся в интернете. Всем до свидания, пока.